Всем привет, и нас сегодня здесь так много. С целью увеселения мы решили замутить большой эксперимент, но интересный. И да, такие тесты уже были, в том числе у меня, но обычно они идут со зрителем через YouTube. Конечно, слушать инструмент через YouTube, готовую запись, и смотреть его, слушать вживую, это не одно и то же. Поэтому у нас сегодня есть Макс Зыкин, гитарист группы «Скандал», «Манго», «Старый Чумоход», по-моему, даже так. Да. Парень на все руки, и мы ему сегодня дадим поиграть на Gibson Les Paul, на полуакустике, на Fender Stratocaster, Telecaster, синглами на страте с хамбами, на палке с ежами, на ибанезе, в общем, на всех максимально отличительных гитарах. Ну и, конечно, потом отвернем ребят, ну и дальше будет интересно. Итак, мы расположили ребят по степени подготовки. Первым у нас сидит Слава. Слава даже немного ходил в музыкальную школу. Естественно, у него было больше всего инструментов. Он больше всего вовлечен в гитарную тематику. И у него должно быть больше всего баллов, ну или же шансов победить. Далее у нас сидит Паша. Паша у нас по степени подготовленности второй. Тем не менее, очень тоже увлекается всеми гитарами, тематикой. Твоя любимая гитара какая у нас получается? Ну, я крайне, наверное, больше всего. Или ты имеешь в виду из тех, что есть? Нет, из того, что любишь. Ну, поэтому у нас сегодня и нет. Дальше у нас сидит Игорь. Игорь играет в группе на гитаре. Ему, в принципе, все равно, какие там модели, каких гитар. Главное — писать песни. Да. Главное — песни, главное — концерты. Ну, такой человек нам нужен сегодня. Да. И в конце у нас сидит Виталия. Виталия, в принципе, играет на акустике, играет на басу. Но электрогитарная тема для него, ну, немножечко отдалена, да. То есть он здесь как слушатель со стороны, но чтобы смог отличить их не только по цветам. Что ж, погнали. Это был Telecaster. Это был Telecaster? Нифига себе. Нифига себе. Вообще бы не подумал. Готово? То есть кому надо, еще могу сказать еще раз. Поговорить здесь. Да, сохраним еще чуть. Ну, мне кажется, ну, ну давайте. А, вот, да, Les Paul, наверное. Слушайте, ну как у вас все время прям все индивидуально. Это была полуакустика. И это? Ох, тяжело. Я не знаю, мне кажется, собранный. Мне кажется, Les Paul. Ну, собранный такой звук, собранный.
Виталий Амин! Твой первый балл! И лучший выигрыш. Да. Подняли? Нет, подожди. Ладно, попробуем. Я все, все готовы? Я считаю, что это было Банекс. Я тоже. Жутко, блядь. Сквайр опять. Это был опять Сквайр. Я прям так и знал, что он сейчас так это. Ты что показал? Сквайр. Сквайр красавчик. Ну, написано же, мутный. Мутноватый, блин. Ну, я тоже подумал, дешевый, наверное, блин, ну, второй раз. Не, не тоже дешевый, но он просто такой мутноватый. Ну, нормально. Поднимаем. ХЗ. ХЗ. Ну, ладно. Все такие ХЗ, блядь, все четверо угадали. Серьезный банан? Да. Ну, он прям чувствуется максимально. Ну, мощный. Мне написано постхардкорный. Написано мощный. Постхардкорный. А мне написано песочный. Ну и чё? Ну, блять, ну Виталий, ну как так? Там была подсказка. Там охуевшая подсказка. Во-первых, он фонит. Да. Во-вторых, гаражный расхлебанный. Вот что значит, не гитарист. Да. Ну? Ну. Сейчас, сейчас, Виталий. Либо оба. Не знаю. Это был Лиспол. Лиспол? А, да. Ну, тут однозначно Гибсон, он похож на Сквайр или на сам дешевый Ибанес. Ну, с Ибанес да. Похож. Да, Макс. Че ты? Ничего. Гибсон-то есть Сквайр. А? Ну, вот у меня как раз есть... Гибсон – дочерняя фирма Сквайр, правильно? Да. Они же была лайки выпускают, да? Ну, Стёрги все так говорят. Я как раз написал тут больше сустейн, он в конце как раз прям... Так, хорошо. Почему ты решил, что EMG? Не знаю. Почему ты решил, что EMG? Ну, потому что мне показалось, что как-то низов мало. Ага, оно EMG? И довольно грязноватый звук. Угу. Так запомнилось. Угу. Понятно. Ну, сейчас победил Слава. Это полуакустика. Да? Вот так вот. Фернандо, значит, играет. Нет.
А, вот я думал на него, кстати, он такой, блин, он или нет. Почему как синглы показалось, вообще не могу понять. Вот я между ними выбирал, почему? Там вот уже я думаю, точно страт какой-то. Больше всех слава расстроился. Ладно. Готовы? Поднимаем. Я боюсь. Да не бойся. Да ладно, хрен с ним. Молодцы. Поднимай, поднимай, давай. Ну все, я все по-разному сейчас. Да, у меня гипсом выбрал. Там Лес Пол есть. Точно. Короче, мне почему-то кажется, что я сквайр. Я хазарчик. Мне тоже поначалу, но потом я что-то решил. А почему? Но сквайр, вот у него как-то тонкие струны, они как-то затухали быстро, если я не память изменяет. Вот, ага. Это, наверное. То есть сейчас сустейн был больше, чем у гипсача? Ну да. Наоборот, вернее. Больше, чем у сквайра. Это сквайр, да? Это сквайр. Ну, понятно. Отгадал один Игорян. Итак, по итогу всего у нас есть победитель. И, в принципе, как и предполагалось, это Слава. Он набрал 8 баллов. Это половина угаданных инструментов. Хотя были всякие казусы. На втором месте у нас находится Игорь. Игорь когда-то работал в магазине Мусторг. Я думаю, ему это немного помогло, хоть и давно. Ну, не такой уж и неразборчивый, между прочим. Да, да. На третьем месте у нас сидит, соответственно, Паша. Ну, потому что все-таки это все три гитаристы. И четвертым все-таки казалось Виталий. Мало просто слушать музыку. Надо понимать, наверное, знать, как выглядят инструменты, как они должны звучать. И все равно путать ежи с телеком. Ну, на сегодня всем спасибо. Ставь лайк, если не жалко. Если хочешь побольше масштабных интересных видео, подписывайся, пиши комментарии. Всем пока.